Где твоя подружка? Поворкуем наедине. Поговорим о нас. Мы с тобой старые знакомые. Я помню наше первое свидание. Ты умирал. Славные времена. Значит так, ты мне нравишься, хоть ты и ангел. Зачем ты это делаешь? Для Кастиэля. Забудь ты про него. Зачем ты это делаешь? Что заставило тебя стать камикадзе, а? Мне не раз бывало очень хреново, но не до такой степени. Я больше не могу слышать крики. Чьи крики? Всех. Непрекаянные души, которые не могут попасть на небеса, ход туда закрыт. Я их слышу. Они в полном смятении. И ужасно страдают. Я хочу им помочь. Это мое предназначение, моя работа. Но не могу. И страдаю сама. Даже смерть, небытие уже не кажутся злом, они принесут тишину. Что ж, не всадишь себе в горло ангельский клинок? Я думала об этом, но мне духу не хватило, пока Кастиэль не дал мне повод умереть. Да, только это совсем не похоже на Кастиэля. Неужели? А кто же тогда собрал армию ангелов, не сказав тебе? Тот самый Кас. Скажу по секрету. Таких, как я, еще много. Очень и очень. Назовешь имена? Чтобы испортить все веселье? Нет. Видишь ли... Веселье впереди. Дин, что ты наделал? То, что должен. Добро пожаловать в клуб. Спасибо.